Китае разрабатывают режим защиты несовершеннолетних в интернете. Родители смогут ограничить время доступа детей к приложениям на смартфонах и других мобильных устройствах до часа в сутки. Сервис SuperJob выяснил, нужна ли подобная опция российским родителям. Оказалось, что сервис больше интересен родителям детей от 8 до 12 лет. Его возможностями хотели бы воспользоваться 83%. Каждый третий родитель считает, что 2 часов интернета в день ребенку достаточно. Кстати, мамы намного чаще пап выступают за ограничение времени, проводимого ребенком в интернете. Отцы уверены, что дети пользуются интернетом исключительно в образовательных целях. Свой опрос на эту тему провели и мы. Сколько времени в день ваш ребенок проводит с гаджетами? С таким вопросом мы обратились к йошкар-оленцам. В гаджетах проводит много времени, но хотелось бы поменьше. Ну, максимум минут 20 в день, а проводит побольше чуть-чуть. До час, может, полтора, не больше, поэтому как бы нормально. Мой ребенок уже большой, и он уже сам решает, сколько ему проводить времени. А внук часто. Конечно, хотела бы меньше, но так как у меня обычный ребенок со сладостями, с гаджетами, ну, как сколько, я даже не могу сказать. 3, наверное. Это, да, такая больная тема. Ну, мне кажется, где-то 4 часа, наверное, проводят. Ну, я ограничил ему до 1,5 часа в день. Почему так? Ну, потому что если не ограничить, то он сидит по 5 и больше часов. Не приучены дети к телефону? Времени не проводят. Вы как-то точили или у вас чем-то дети другим занимаются? Просто не даем, и все. И мультики не смотрим. Максимум аудиосказки и все. Очень много, несколько часов. Я бы хотела, чтобы поменьше мои детки сидели в гаджетах, побольше книжек читали или гуляли.